Как понять, что ты пошел не по тому пути, не по судьбе, и как это ощущается внутри, если есть такое? Не по судьбе, это неправильное все. Как понять? Ну, понять очень просто. Вы начинаете болеть, и у вас все плохо вокруг, окружающие вас тоже начинают болеть. Это не ваш путь, у вас ничего не получается, вы стараетесь, что-то делаете, но ничего не выходит. Поэтому вот и есть это вот понимание, что вы идете не по своему пути, и вы понимаете, что что-то есть другое. Обратитесь к специалисту, который посмотрит вас и, ну, собственно говоря, даст вам какие-то рекомендации, и, возможно, вообще подскажет, какой ваш путь, куда вам идти. Это все несложно. Если вы уже готовы, то это все несложно. Несложно посмотреть, понять и вот. У меня есть диагностика 30-минутная, можете прийти на нее, ну, либо к любому другому мастеру, я не настаиваю.